зовите главного! Это произвол! Полиция, проверка. Положите свои ладони на желтые круги. О, простите, я погорячился. Я больше не буду. Виноградная водка. Я найду, сэр. Ну, в таком случае время у меня еще есть. Молодец, что принес им воду. Я передам. А теперь ступай, храни тебя Господь от всякого зла. Господи, прости мне мой грех. Они узнали слишком много. Допустим, что это пятерка. Тогда вот это единица. Выходит, змея должна появляться у нас приблизительно один раз в каждой... Дело в том, что у нормальных людей 40 групп хромосом с ДНК. А у этого существа их, видите ли, 200 тысяч. Государственное дело. Вас будут обо всем информировать. С места катастрофы корабля прибыла команда спасателей. В живых кто-нибудь остался? Только... Они такие деловые. Заметьте, каждый делает свое дело. Получается прекрасный балет, полный формы и цвета. А теперь подумайте о всех тех людях. Его звали... У меня плохая память на имена. Вы только что попали в аварию. Я знаю, что только что попал в аварию. Шляпа чертова. Что у нас последний штрафной балл? Корбин, милый, в чем дело? Ты был ужасен, никакой страсти, ни одного интересного словечка. А мое представление должно быть бешеной бурей и взрывом. Так что завтра используй весь набор своих... Тут очень мило. Тебя, кажется, уволили. Специалист в области всяких хитростей и уловок. Запуск ракет 120ZR. Наводка по маркерному изображению. Сейчас будет уничтожено. У нас есть что-нибудь мощнее ракеты 240? В главном гостинице. Прекрасно, сын мой. Поищем способ туда добраться. Это будет нелегко. Завтра там благотворительный бал. Самолеты будут переполнены, а гостиница охраняется как крепость. Вам письмо, мистер Даллас. Вижу. Не хотите прочесть? Вдруг там что-то важное? Держу пари на бесплатный обед. Дайте, я прочту. Вы уволены?